Фактор открытости для любого чиновника, он всегда вызывает и обратную реакцию у журналистов. То есть у журналистов есть возможность получить ответы на свои вопросы. Что касается сегодняшней пресс-конференции, это как бы задел на будущее. Это очень важно, что она прошла, хотя мы прекрасно понимаем, что новый мэр еще не в курсе всех вопросов, которые мы задавали. То есть есть еще какие-то вещи, которые ему самому непонятны, есть вещи, с которыми он еще не разобрался. Но я считаю, что такие вещи вообще очень продуктивны. И ну, как вообще открытость сама по себе, она, переоценить ее невозможно. В условиях открытости легче работать. Ты понимаешь обратную реакцию, ты понимаешь настроение и журналистов, а следовательно, ты понимаешь и настроение общественности. Я думаю, что это важно и для нас, и для нового мэра тоже. Пока, конечно, больше авансов с нашей стороны, потому что работа только начата, но по тому настрою, по тому заделу, который продемонстрировал мэр, есть надежда, что все эти надежды и заделы оправдаются. Мэр города продемонстрировал свою открытость, что немаловажно в этой сфере. Посмотрим дальше, время покажет. Все озвученные проблемы, которые сегодня, по крайней мере, звучали, которые интересовали общественность, журналистов, практически на все вопросы мэр города Кан Валерьевич ответил. Пресс-конференция была очень продуктивна, она длилась полтора часа, присутствовали практически все СМИ Абхазии, все задали вопросы на различные темы. Радует то, что Кан Валерьевич открытый чиновник, и он это проявляет с первого дня. То есть и то, что он был сегодня, и то, что он ответил так развернуто на все вопросы, это говорит о том, что внушает доверие и надежду, что его работа будет также далее открытой. Это очень важно и для него, и для общества.